Всем привет с телеканала Тренд Кино. Тем, как перейти к моему видео, те, кто хочет увидеть Йылдыз, настоящее лицо Джансу, давайте лайкнем видео и посмотрим, сколько мы людей. Йылдыз и Чагатай, которые не выпали из повестки дня из-за любви, которую они проявили в новом эпизоде сериала, решили уйти после своего последнего инцидента. Сказав, что он объявит о своем решении уехать через несколько месяцев, Чагатай вышел из дома, чтобы не разговаривать с Йылдызом. Бахар, который отправился в Чагатай волноваться, попивая напиток в баре отеля, напоил Чагатая еще больше, выпив с ним. Чагатай, который пришел в комнату с помощью Бахара после того, как напился, был изумлен зрелищем, которое он увидел, когда проснулся. Хотя Чагатай, который не знает, что делать в сложившейся ситуации, проявляет любопытство по отношению к Бахару, пока неизвестно, будет ли Йылдыз узко проинформирован о ситуации. Да, друзья, наше видео пока что. Увидимся в следующем видео.